Всем привет! Сегодня мы будем готовить крылья в острой панировке. Посмотрим, как получится. Разрезаем вначале крылья по суставам. Отделяем вот эту третью часть. Обычно ее все выбрасывают. Мы оставим еще для одного блюда. И начинаем. У меня тут крылья примерно килограмм. Так, дальше немножко присолим. Перемешаем, пускай это стоит, когда будем готовить глазурь. Так, для начала мы приготовим глазурь для хвостиков от крылышек. Для этого нам понадобится чуть-чуть сольки, соевого соуса. У нас хвостиков немного, так что и глазури много делать не надо. Соус терияки. Совсем чуть-чуть. Дальше соус барбекю. И острый соус. Не знаю, там чио, наверное, что-то. Все, все перемешиваем. Будем ждать, пока пожарятся наши хвостики от крылышков. Для панировки самих крыльев нам понадобится муки, наверное, 3 ложки. 3 ложки муки, соль, 1 яйцо. Дальше опять же острый соус. Так. Добавляем. Вот. Кто как любит. Кто поострее, тот больше, кто нет, тот меньше. Так. Перемешиваем. Можно добавить соуса немножко. И вода. Консистенция должна получиться как сметана. Все, мешаем. Я еще добавлю немножко специй. У меня тут для мяса. Соус примерно должен получиться вот такой консистенции. Смешиваем курицу с панировкой. Еще подмаринуется. Оставляем и идем ставить казан на костер. Устанавливаем казан и ждем, чтобы он прогрелся. Пока казан греется, тем временем продолжим с крылышками. Тренируем их в сухарях и складываем в другую тару. Обильно так стряхиваем. Продолжаем.
Так, добавляем масло. У нас начался дождь. Ну и капли слышно, что казан прогрелся, слышно, как трещит. Вначале обжариваем хвостики. Хвостики наши пожарились, смотрите, они вот очень пожарились, такие и надо. Сразу добавляем в эту глазировочку, пока горячая, чтобы напиталась, впитали они этот весь соус. Дальше добавляем крылышки. Все мы сразу добавлять не будем, потому что не влезут. Вот это может половину или треть. Наверное, треть будет. Так, обжарили. Выкладываем на бумажное полотенце, впитался лишний жир. Так, приступим к дегустации. У нас получились вот такие крылышки и еще одни крылышки. Попробуем с этих. Прожарились до такой степени, что можно есть целиком. Как чипсики. Теперь крылышко. Сочные. Первостенькие. Просто язык. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал.